Итак, друзья, всем привет! У нас сегодня такой небольшой обзор моих рыболовных охотничьих вещей. Вот, я собрался на рыбалку и решил вам показать, что для этого я прикупил в этом сезоне, что я уже таскаю осень, весну. Вот. И давайте начнем с вейдерсов. Вот такого плана я приобрел себе вейдерсы. Они из трехслойного водостойкого материала, дышащего. Все швы проклеены. Имеется карман водонепроницаемый на груди, внутри и снаружи. Здесь идет в комплекте ремкомплект с клеем. Вот. Очень легкие дышащие вейдерсы. Неопреновый носок. Двухслойный. Неопрен 4,5 мм. Очень удобный. Нога в нем чувствует себя комфортно. Вот такие вот вейдерсы. Вот в синей расцветке я брал для рыбалки. И недавно мне пришли в сером цвете, так называемом. Заказывал я на Озоне. Упаковано очень хорошо. В пакете в таком. Из пакета достаем. Они идут в таком мешочке. Вот. Так они выглядят. Очень хорошие усиленные колени, чтобы не поцарапать, не проколоть, когда передвигаешься по камышу, по речке. Очень хорошие. Для них также я приобрел ботинки. Ботинки очень легкие, с мягкой подошвой. Имеются отверстия для того, чтобы вода уходила. Очень прочный носок, жесткий, чтобы тоже не проколоть ногу. Шнуровка шикарная. Здесь имеется язычок, чтобы крепить крюк от вейдерсов. Очень легкие. Высокое голенище фиксирует ногу очень хорошо, чтобы на камнях там или в грязи не повредить ногу. Вот. Они бывают с такой подошвой. И сейчас я вам покажу, идут в такой коробке. Есть еще второго плана. Они вот так упакованы. Есть вот такая вот хорошая прорезиненная. Это именно вот, наверное, скорее всего, для камней. Подошва. Очень нравятся мне данные ботинки. Заказывал на Озон. Вот. Ссылку оставлю я ВКонтакте, в Телеграме. Так что заходите там ко мне по ссылочке. И кому нужно, можете заказать. Но это, друзья, не все. Также приобрел я к себе курточку. Куртка двухслойная с неопреновыми рукавами, чтобы рука у вас не замерзла, когда вы находитесь в воде. Имеет 9 карманов. Карманы имеют по 2 замка. Есть капюшон, который не отстегивается.
внутренние карманы. Здесь такая штука специальная, чтобы можно было блесна крепить сюда, ну либо какой-нибудь другой. На мощных липучках. Вот такие вот шикарные карманы. Также, что мне понравилось, здесь можно на эти кольца прикрепить любого плана, там условно, что вам надо. Навигатор, если вы по какой-то речке сплавляетесь сюда. И всегда можно прицепить. Я сюда вот цепляю. Ну, экстрактор для извлечения и ножницы. Ножницы, кусачки на вторую вот. Она, кстати, очень хорошо дышит. Имеет в рукавах, имеется вот под палец тоже, чтобы руки всегда находились в тепле. Очень хорошая дышащая куртка. Испытаем мы это все на воде. Очень много карманов, что мне нравится. Сюда всегда поместится коробка со снастями. Сзади также имеется большой карман. Сейчас я вам его покажу. Вот. Туда можно поместить несколько коробок. Он очень большой, вместительный. Компания 8 Pumps производит вот такие вот вещи. Еще раз повторюсь, заказывал я на Озоне. По сапогам хочу обратить внимание особенное. Сапоги я осень таскал, зимой, до минус 15, когда были морозы. Подошва очень надежная, нигде не отклеились. Весной я их отмывал керхером, чуть-чуть краска слезла, но это ничего не страшного. Сапоги эти шестисотки, есть тысячные, есть менее теплые, вот на раннюю весну, на осень. Вот. Я их чуть попозже, наверное, закажу, пока гоняю в этих. Вот. И в тапках. Тапки, кстати, офигенские. Мне пришли, заказал. Вообще кайфую. В машине очень удобно, неопрен. Тоже этих же ребят. Не вылажу, можно сказать, из них. И что мне здесь понравилось? Стелька. Вот здесь вот как сотый пчелиный идет на пятке. Поэтому пятка не устает практически. Я в них ходил, искали мы рога, прошел более 22 километров, и очень шикарно все было. Нога не устала, не забилась, ничего. Вот такие вот стелечки здесь. У них еще много всякого интересного. Можете зайти на сайт. Я это все дело думал, куда складывать. И приобрел я вот такую вот сумочку у них же. Сумка, она небольшая, как вы уже заметили изначально. Но это все дело распаковывается. Она превращается вот в такую вот большую сумку. Здесь прорезиненный материал. Может защищать от влаги. Она, конечно, не, как его сказать, не гермосумка, просто сумка, но в нее можно всегда с легкостью поместить куртку. Курточку сюда. Вейдерсы. Когда они дышат, видите, как все легко, воздух выходит. Даже можно не одни вейперсы поместить.
Вторые сюда же. Ботинки. И все это шикарно поместилось. Закрылось. И вот в таком вот виде это все переносится. Ну, вроде все показал вам. А, нет. Увидел у них, кстати, шляпу вот эту панаму. Интересно. Что мне в ней больше всего понравилось? Утяжки, понятно, тут. Чтобы она не сваливалась при ветре, еще что-то. Но смотрите, в чем прикол, видите? Оп. Открываешь, а здесь сетка на комарник. Можно всегда на рыбалке, когда тебе достали москиты, условно, натянул, и все. И ты спокойно дальше рыбачишь. Ну что, испытаем это все на речке. Переходим с вами на водоем, на речку. Друзья, прибыли мы с вами на речку. Вот такая вот речка, быстро с течением. Вода холодная. Попробуем что-нибудь половим. Поймаем. Поймаем. Не поймаем, не поймаем. Сейчас переодеваюсь. Вейдерсы. Готовлю спиннинг. И в бой.
трава. Поверху вести, но все равно трава. Вейдерсов вообще офигенно. Идешь и вообще не напрягаешься. Чуть вода еще просветлее, так рыбу хорошо будет кинуть. Даже вода их холодная, а идешь и это не ощущаешь. Кайфуешь просто. Сейчас еще вот этот вот амуточек обкидаю, может что будет.
Ну что, друзья, вейдерсы проверили, рыбу попытались половить. Увы, сегодня мы ничего не поймали. Но это не магазин. Приедем обязательно еще на эту речку. Может быть, даже сплавом на лодочке с остановками. Новую катушку также испытал. Палочка у меня Millennium Дракон. Вот. Больше она такая судаковая, конечно. Но по судаку пока запрет. Ой. Так. Ладно. Не забывайте подписаться на канал. Увидимся в угодьях. До скорых встреч, друзья!